Густым туманом встретил Невельск участников познавательного проекта «В гости к Сивычам», который состоялся в прошедшие выходные. Его организаторами стали клуб «Бумеранг» и группа помощи «Друзья океана» при поддержке агентства по туризму Сахалинской области. На новой земле для участников, приехавших со всех муниципальных образований юга Сахалина, а это около 300 человек, была организована работа станций, на которых волонтеры мероприятия рассказывали взрослым и юным сахалинцам о Сивычах, о местах их обитания, характере и биологии этих морских животных. Вообще тюленей, их два вида. Одни настоящие, а вторые ушастые. Вот сивучи отличают наличие вот таких ушек, они как инопланетные такие антенки. И еще одна особенность – это лапки. То есть они могут опираться как на задние лапы, так и на передние лапы. И могут перемещаться, то есть как собака, да, раненая. А вот настоящие тюлени, часто видно на берегу, они в форме бананчика. Вот, они передвигаются как червячки. Это отличительные особенности. Лежбище на Брикваторе в Невельске считается местом пребывания сивучей холостяков, а самки обитают на острове Манерон. Они очень любопытные, в этом-то и беда. Мусор, который встречается в море, представляет опасность для этих видов морских животных. Стоит однажды молодому сивучу попасть головой в это пластиковое кольцо, которое в процессе взросления животного начинает сжимать шею. И если ничего не предпринять, он погибнет от удушья. В программе мероприятия были запланированы и бесплатные лодочные экскурсии. Эта часть программы особенно интересна людям с ограниченными возможностями, для которых впервые увидеть вблизи этих красавцев предел мечтаний, которым суждено было сбыться. Я хочу отдохнуть от домашнего такого бытия. Потому что на природе надо находиться, на себя показать животным и увидеть животных. Когда я первый раз сюда приехал, мне очень понравилось сивучи. Мне задали вопрос: ты хочешь изучать их? Я сказал да. На протяжении многих лет в Невельске отмечается праздник День Сивыча. С каждым годом укрепляется его статус, а также растет уровень проведения мероприятий. В этом году он пройдет 25 июля в новом рекреационном парке, где установлена скульптурная композиция сивычей. Агентство по туризму Сахалинской области оказало существенную поддержку инициаторам праздника, некоммерческому партнерству «Бригантина». Участников мероприятия ждет обширная программа, различные конкурсы, игры, достойные призы и много неожиданных и приятных сюрпризов. Виталий Войко, Евгений Романенко, Невельские новости.